перед началом этого видео рекомендую еще один канал юмора. Очень прикольное видео на канале Ю-Босс. Ссылка в описании. Выиграл лотерею, крупную сумму. Ну а твоя жена как к этому отнеслась? Она от удивления онемела. Во, поперло тебе. Произносить глупости надо всегда с умным видом. Если не удивите окружающих, то хотя бы насмешите. Привет, ты пить будешь? Сегодня воскресенье, а сейчас время 16:20. Ага, а трава зеленая, а доллар растет. Не знаю, к чему ты начал это перечисление очевидных фактов, но ты пить будешь или нет? Я бы написал книгу о своих амурных приключениях, но не уверен, что издательство публикует книгу на двух страницах. Ты не знаешь, почему у деда Петрухи нос красный? Ну, если это у него с детства или в результате какой-то травмы, то тут медицина бессильна. А если в результате пьянствования, то пускай продолжает пить, ничего страшного. Скоро нос станет фиолетовым. Слышал, что в этом году появится устройство, способное превратить мысли в речь. Подумаешь, оно у меня давно есть. Называется алкоголь. Ты не поверишь, я себе на Новый год свитер с оленями связала. Это как это? Ну покажи. Да вот посмотри. Это же твои коллеги по работе. Это свитер с оленями. Бабушка читала книгу внуку и заметив, что он закрыл глаза, начал собираться уходить. Внук начал произносить: «Если мои глазки даже закрыты, уши все еще слышат». Помнишь, ты мне слово давала? Помню, а что? Не люблю в должниках ходить, сейчас я тебе тоже слово дам и будем в расчете. Осознание того, что не зря учился в автошколе, приходит после того, как уступаешь тележке в астрономе, катящейся справа. Так Петров профсоюз организует выезд на дом Деда Морозу и Снегурочку. Собираем по 1000 рублей. Вас записывать? Записывать. А почему вы даете только 500 рублей? Жена с детьми на Новый год уезжает к тёще, поэтому мне только Снегурочку. С возрастом я становлюсь все сильнее и сильнее. Сумка с продуктами на 2000 рублей становится носить все легче и легче. Подписываемся, кликаем на колокольчик,